Сирии сегодня вечером снята длившаяся 4 года блокада городов Нобуль и Аз-Захра. Самые первые кадры оттуда будут показаны в самое ближайшее время. Они сейчас идут по каналам международного видеообмена. Это север провинции Алеппо, где армия ополчения еще накануне отрезали главные пути снабжения террористов, ведущие из Турции. Оба населенных пункта все время осады обороняли местные жители, которым сирийская военная авиация сбрасывала боеприпасы и гуманитарную помощь. Наши воздушно-космические силы продолжат поддержку войск президента Асада. Кстати, вот сейчас те самые кадры из освобожденных из деблокированных городов. Так вот, наши будут помогать до тех пор, пока не будут побеждены террористы. Об этом сегодня глава российского МИДа заявил после встречи со своим коллегой в Омане. Сергей Лавров отметил, что сирийские оппозиционеры, требующие сейчас на переговорах в Женеве прекратить операцию, поступают так под влиянием внешних спонсоров. Но и министр также подчеркнул важность наведения порядка на границе между Сирией и Турцией. Что касается конкретного аспекта прекращения огня, у нас есть свои соображения на этот счет, соображения сугубо прагматичные, которые продиктованы необходимостью сделать так, чтобы это прекращение огня могло состояться на практике. Ключевым компонентом для того, чтобы прекращение огня работало, является уже ставшая одной из наиболее острых задач перекрытие контрабанды через турецко-сирийскую границу, которая подпитывает боевиков и без пресечения, которые трудно рассчитывать, что действительно режим прекращения огня сможет состояться.